Олимпиада, сейчас могу вам точно сказать, научила меня такому важному пункту, как не заморачиваться. Не смотреть по сторонам, не переживать о том, что у тебя там что-то болит или что-то у тебя упало. Смотреть только вперед. Существуют всякие разные проблемы, зависящие от тебя, не зависящие от тебя. Нужно не расслабляться. Если ты доверяешь Богу, то доверять только Ему, никому другому. Он единственный Бог, он живой, Он существует, Он реальный. Так что доверяй только Богу. Потому что все проблемы – это такая фигня. Самое главное – не заморачиваться. Конечно, под лежащий камень вода не потечет. Нужно действовать, нужно трудиться и упорно трудиться. Я много и упорно трудился. Я доверял Богу и в то же время очень много работал. Нужно это все как в единое целое собирать, и тогда все получится. Уж Бог наградил тебя талантом, который ты должен развивать. Я нашел в Библии стих, который укреплял, направлял меня перед Олимпийскими играми. И хочу вам зачитать его сейчас. Это послание Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть, не заботьтесь о проблемах своих. Продолжайте двигаться. Причина заморочек – это страх. Если ты боишься, то ты в голове начинаешь, у тебя просто мысль за мыслью прям посещает. Отслужу в армии, потом вернусь, и что же будет с моей жизнью? Я люблю девушку очень сильно. Она такая прекрасная. А я боюсь к ней подойти. Я хочу устроиться, но одну очень интересную работу она мне подвернулась. Блин, а что если мне откажут? Я буду все время потом подметать полы? Как быть? Прыщ выскочил вот тут. Что мне делать? У меня что, до конца теперь жизни будет прыщи, и тогда вообще со мной никто не будет дружить. Это так печально. А вдруг самое страшное, что может случиться, это будет понос перед самым стартом на Олимпийских играх. Как? Я не смогу тогда, я буду сидеть и смотреть это по телевизору. В итоге, когда я начал заморачиваться по всякой фигне, у меня действительно пришла большая проблема. Заболела рука. Я принял для себя решение, что перестану заморачиваться, и все свои заморочки я оставил лузерам. А свою проблему с рукой я доверился врачам и Богу. И теперь вы знаете, какой у меня результат. Нужно доверять Богу, не заморачиваться, ставить перед собой цели и много и упорно трудиться.